Всем привет, с вами Леонид Захаров. Всем привет. Сегодня мы снимаем видео заруба. Кто выиграет, я или моя девушка? В этой мисочке у нас 6 заданий. Одно задание пустое. Кто выбивает это пустое задание, тому сразу плюс 1 балл. Вот. В каждом задании написано, на каждой бумажке написано задание, которое мы вместе будем выполнять. Некоторые легкие, а некоторые тяжелые. Сейчас мы все-таки решим, кто из нас будет вытягивать первый. Так, давай эту мисочку сюда. Так, вот мисочка. И давай на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Вытягивай первый. Так. Так, и что у тебя там попалось? Кто больше сделает пресс за одну минуту? Ну, я вообще нормально дружу с прессом, так что мне кажется, задание интересное. Снимай. Сейчас мы приступим к первому заданию. Это будет, кто больше сделает пресс за минуту. Первое будет делать Аня. И у меня секундомер. Вот. Все, давай тогда. Так, давай на старт. Внимание. Давай. Марш. Время пошло. Два. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Стоп. Все, минута прошла. Так, теперь буду делать я. Опа-на. Опа-на. Так, сейчас, когда буду готов. Все, я готов. На старт. Внимание. Марш. Фу, я устал. Ну что, можешь больше не делать, у меня в любом случае хочу, не хочу. Давай, давай в чистую, давай. Сколько осталось? Смотри. 7 секунд, давай. 6, 7, 31 раз. Сделаю, я сделал сухую. Что-то как-то я даже чуть-чуть даже вспотел. Так, ладно, сейчас мы пойдем. 1-0 уже. Сейчас пойдем вытягивать из нашего блюдца. Новое задание. Теперь уже буду вытягивать задание я. Так, давай. Давай. Так. Ахалай, махалай. Надо вытянуть пустышку, потому что это плюс 1 балл и будет 2-0. И серединка. Сейчас я... Так, открываю. Это пустышка! Это дай 5, братела! Это не постанова! Честно, не постанова. Блин! Так, теперь тогда вытаскивает Аня. Одна пустышка. Было 6 заданий и одна пустышка. Классно. Блин. Сразу я убираю. Так, так, и теперь вытягивай. У меня что-то пресс так уже теперь болит. Я прям что-то... Okay. Так, давай. Интересно, что сейчас за задание будем выполнять мы? Так. Нет, кто дальше провести на турнике. Ой, ну это я не знаю. Это тяжело. Я не знаю, как это, но сейчас попробуем, типа, ну, это не так вроде сложно, но я когда там уже за 2-3 минуты, это руки уже болят. Так, сейчас мы нашли подходящий турничок. У меня в руках секундомер. Аня готова. И все, да. Давай. На старт. Внимание. Марш. Секундомер пошел. Аня висит. Время идет. Волосы во рту. Волосы во рту.
Сколько на данный? 12 секунд. Ага. Но это только начало пути. Не знаю, я планирую, наверное, больше минуты провести это точно. 21 секунда. Ну, мне кажется, я могу победить. Больно, да? Это очень больно. Это очень больно? Это ну, очень больно. Вот, смотрите, 21 секунда, 75, так. Так, давайте. На, нажимай здравствуй. Вот. И теперь буду висеть я. Давай. О, я просто, я представляю, как так, больно. Надо протереть руки. Давай, это мукой, мукой. Снимай. Надо протереть руки. Муки у нас никакой нет. Так, а футболочку? Но ничего. На старт. Внимание. Марш! Как ощущения? Пока на изи. На изи? Ощущение полета. Но у меня руки после, я начинаю соскальзывать. О-о-о. И вот это самое неприятное. Так. Сколько уже? 18. 20. Так, давай, я иду на победу, по-моему. У меня руки соскальзывают. Да, 20 секунд. Типа там получится. Я была получена. Дай 40 секунд. А ну, блин. 45. Давай 55. Давай, выдержишь минуту, давай. Так. Давай. Чуть-чуть. Я соскальзываю. Минута 7. Просто у меня руки соскользнули. Мой победитель. Продержался минуту 7. Так, пойдем вытаскивать. Теперь я вытаскиваю. Ну, как известно, теперь у нас пустышки там не будет. Но все равно получается уже 3-0. Вот. Наши бумажки все разлетелись. Ничего страшного. Так, наши блюдца. Осталось 4 задания. Так, какое? Думаю, так, вот это. Давай. Клади туда. Так, надо как-то открыть. Так. Кто дольше простоит в планке? Ого. Ну все, поехали. Так, блин, а здесь все равно такая, типа, трава. Так, делаем вместе. Так, у нас здесь секундомерчик. Так, Леш, тогда говори на старт, внимание. Марш. Все. Уже так-то очень сложно стоять, потому что пресс болит и руки болят. И вот это упражнение и на пресс, и на руки, это прям вообще жесть какая-то. Ну вот уже минута. Аня, сдалась. Минута 9. Минута 9 простояла Аня. Но у меня тоже очень болит все. Но я не хочу сдаваться. Фу, я не могу больше, у меня все болит. Минуту 41. Фу. Ой. Что-то у меня прям руки уже прям... Машина. Руки забились, а ты просто что с руками. Это трава просто, пипец. Нет. Так, пойдемте. 4-0. Идем дальше. Так, у нас осталось 3 задания. Теперь очередь Ани. Так. У меня так руки уже забились, я не могу просто там следующее задание, я не знаю, как я буду выполнять, просто уже все. Так. И что? Кто дольше простоит на одной ноге? И мы начнем тогда делать. На старт. Внимание. Марш.
43 секунды, и у меня правая нога начинает почему-то жечь прям. Твои как ощущения? Вообще нормально. Меня начинает шатать. Мне вообще не тяжело. Почему-то это упражнение удается мне сложнее всего. Это очень легко. Прошла первая минута. Меня шатает. Но я не пил, честно. Блять, все. Минута шесть была. Вот, минута шесть. Я еще 5 минут. Ну, давайте посмотрим, как 5 минут будет стоять, Аня. Но в этом я точно проиграл, потому что время уже почти 3 минуты. Вот. Все. Было 2:57, по-моему. Я потом на видео точно посмотрю. Все, останавливаем. Здесь, конечно, победила Аня. Вот. Сейчас мы пойдем дальше выбирать задание. Теперь вытягиваю я камеру. Так, наше задание лежат вон там. Так. Остался и не два задания. Сейчас. Давайте это. Я не знаю. Трепетаем. Потому что там такие задания. Так. Главное не порвать. Не порвать. Кто больше забьет мячей в кольцо за 1 минуту? О, баскетбол. Теперь мы передвигаемся чуть подальше. Кольца у нас только там на поле. Вот. Покажи задание, чтобы точно. Вот. Я не знаю просто, сколько я сделал, потому что я очень плохо закидываю, я не знаю, 1 минута. Ну посмотрим, я надеюсь, хотя бы один раз. Так, на старт. Так. Внимание. Марш. Так. Прошло уже 6 секунд. Прошло 6 секунд, а у меня еще не 1 раза, я начинаю паниковать. Надо ставить, аккуратнее. Так, -3. Все, по-моему, я... Что за дела-то? Нас тут кидают. 1 Е. 1. Что за дела? Местный колорит. 2. Уже отлично, я уже норму выполнил. Все, я уже сейчас вижу. 30 минут уже прошло. Так, иди ко мне. 2. 3. Так. Давай. Внимание, марш. Время пошло. Первый мяч полетел. Но так. Не залетел. Это было почти. Так. Поспокойней. Что она отбивает? Все получится. Давай. Так. Пока он что-то не хочет. Нет магнита. У меня почему-то как-то произошел магнит. Я прям, у меня мяч начал лететь в кольцо. Так, первый есть. Время, тем временем, 39 секунд уже. Так, второй почти был. Давай, соберись. Второй есть. Время 46 секунд. Так, надеемся на третий, 9 секунд. Третий есть. У тебя 5 секунд. Давай. И нет, время закончилось. Стоп. Наш оператор тоже вошел в игру и тоже сказал то, что ему понравилось. Итак, на старт. Внимание, пошел. Так.
Первый мимо. Так, мячик пока улетает. Давай к банке. Встал, сосредоточился. Промах. Давай. Да, ты как-то легко, что ли? Никто не говорил, что будет легко. Так, первый есть. Красавчик. Время 26 секунд. Давай. Не летит. Так, время уже 37. Это было почти, но нет. Мяч летит в меня. 44 секунды. Так. Так. 50. Мяч летит. Успокойся. Ой. Все. Мяч выбит. Время. Стоп. Леха, что вы скажете в свое оправдание? Не знаю, он не летает что-то. Не летает, да? Летная погода. Итак, у нас осталась одна бумажка. Последнее задание. Я вот честно сам уже не помню, что там. Это твое задание. Мяч куда-то полетел. Так. Последнее задание также связано с мячом. Это приседание с мячом. Суть этого упражнения заключается в том, что мы должны будем перекидывать друг другу мяч и присаживаться в это время. Давайте тогда уточним сразу правила. Смотрите. Потому что приседать и кидать мяч можно, в принципе, долго, потому что это не очень сложное упражнение из всех тех, которые у нас были. Поэтому у нас правила такие, кто падает, либо еще что-то вот такое в этом роде, тот автоматом проигрывает. Ну и тот, кто скажет, что устал, либо ему уже сложно, и он делать просто не может. Да, именно само слово, а не закончить. Именно, типа, да. Фух, я устал, все, это. Если он скажет просто, или я скажу, или Аня скажет, все, давайте закончим, тот проигрывает. Ну, а, соответственно, тот, кто так не сказал, тот, соответственно, выигрывает. Все просто. Тогда начинаем. Не лови теперь трен, это вредно. О нет! Где? Иржан, вставай, на работу пора, Иржан! Мы уже кинули 100 000 раз! Иржан, ты что? Ты же должен нас был снимать! Почему у тебя здесь аппаратура? Ребят, начался ветер, дождь. Мы уже бежим, в принципе, домой. Сняли видос. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хочешь что-то сказать? Всем пока-пока. Пока-пока.